храм Христа Спасителя, Москва. Привет! Ребята вот так чистят Москву, КамАЗы кругом едут. Вальсируют. Погодка вах-вах, снежище. Вечная память, вечная слава. Пройдемся мимо великого человека и полководца Георгия Жукова. Пройдусь по новогодней рождественской сказке. Эх, лепота, друзья. Красотища, фотографируют все. Елка, елка у Кремля. А впереди арочка. Красивая арочка. Ай, красота, красота. Ай, москвичи молодцы. Нарядили, нарядили свой город. Манежная площадь, город Москва. Заглянем в космический шар. Китайцы замерзли. Все, друзья, мы на Красной площади. Вот она под моими ногами. Звенят колокола. Идет снег. Кремлевская башня. Мавзолей Ленина. ГУМ-ярмарка. Карусели для желающих покататься, для детишек. Белые медведи опять забанят. Ой, блины горячие, горячий чай. Горячая кукуруза. Все есть. А вот и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Друзья, всем привет. Сегодня мой репортаж из столицы нашей Родины, из Москвы. Погуляем по городу. Сегодня 12 января 2019 года. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Скоро уже старый Новый год. А сейчас я нахожусь рядом с храмом Христа Спасителя. Громада, громада, величие. И вот она, наша елочка. Привет! Здесь сцена из Библии. Христос. Ребят, я посетил храм Христа Спасителя, побывал внутри, съемка там запрещена, всем советую побывать там, но я продолжаю свой путь, иду в центр Москвы, прохожу мимо храма Христа Спасителя, иду в направлении к мосту, здесь такой есть детский городок, часовня. Рядом с мостом фабрика «Красный Октябрь». Видим памятник Петру Первому в Цивителе. Ну, а я сейчас буду уже на мосту. Однако вечереет, и мы сейчас попадаем на мост. Мост Патриарших через Москва-реку. Мост украшен новогодними арками. Красотища. Дедушка-то Мороз доволен, да, доволен. Ой, молодцы, москвичи все украсили, да. Эх, лябота. Это противоположная сторона моста. Кремль. Сам храм. Только что зажглись огни вокруг этой дороги.
зазвенели колокола храма Христа Спасителя. И зазвонят опять колокола. Ляпота, ляпота. Друзья, я уже почти у стен Кремля. Скоро буду уже там. Ребята вот так чистят Москву. Намазы кругом едут. Вальсируют. Но это выезжает, не знаю уж кто, может сам. Все перекрыли. Мы стоим, ждем. Даже КАМАЗы встали. Машинки все вальсируют. А я решил посмотреть памятник. Ступеньки к памятнику подсвечены. Памятник поставлен недавно. Владимир Креститель. Вот он. Глядит вдаль. Погодка вах-вах. Снежище. Последнее время, где бы я ни был, меня окружает такой снег. А снег идет. Но я уже в Москве, ребята. Москва златоглавая. Встречай провинциалов. Снег идет. Москва величавая. И вот они, стены Кремля. Ребят, я иду по Александровскому саду. Горят фонари. Гляжу на стены Кремля. На башни Кремля. Прохожу мимо памятнику Александру Первому, как мне подсказывают. Император Александр Первый. Ребят, сейчас буду проходить по стен Кремля сквозь такую арочку. И по своему обычаю я прикоснусь к истории, к стенам Кремля. Красные стены. Вот. Народу очень много. Прохожу мимо очередного памятника. Памятник 100-летия воцарения дома Романовых. Двуглавый орел. Вот такая кругом обстановочка. Здесь запечатлены города воинской славы. Белгород, Курск, Смоленск, Мурманск. Здесь находится земля каждого города. Тула. Брестская крепость. Новороссийск. Керчь. Одесса, братская Украина. Севастополь, Сталинград, ныне Волгоград, Минск, Киев, Ленинград. Памятник неизвестному солдату. Вечная память, вечная слава. Исторический музей. Памятник Жукову. Пройдемся мимо великого человека и полководца Георгия Жукова.
слава маршалу Жукову. Ну а я сейчас пройдусь по новогодней рождественской сказке. Эх, лепота, друзья. Красотища, фотографируют все. Вот он, товарищ Жуков. Елка, елка у Кремля. Народу тьма. Здесь есть карусель. Снимать в таком количестве народу очень сложно. Кругом елки, елки с игрушками. А впереди арочка, красивая арочка. Все что-то снимают, фотографируются. Так и хочется от имени Дедушки Мороза сказать: ай, красота, красота, ай, москвичи молодцы, нарядили, нарядили свой город. А вот и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Ребят, Никольская улица. Никольская улица вся в огнях. Блестит, сверкает, мерцает, созерцает. Нету слов для пота. Город Москва. Георгий Победоносец убивает дракона. Москва. Рядом с Манежной площадью такие арочки. Заглянем в космический шар. Друзья, я покинул Манежную площадь и приближаюсь к Красной площади. Снежище идет.
И через несколько минут я буду на Красной площади. Да вот она, да вот она. Китайцы замерзли, ножками дрыгают. Ай-яй-яй. Все, друзья, мы на Красной площади. Вот она под моими ногами. Бум, пойдем сюда. Звенят колокола. Идет снег. Кремлевская башня. Мавзолей Ленина. Москва, Златоглавая, 12 января 2019 года. Прохожу мимо катка ГУМ. Уважаю кота. Мавзолей Ленина. Ленин жив, Ленин будет жить. Помните, пионеры? Народу много. Здесь какая-то ярмарка. ГУМ, ярмарка на Красной площади. ГУМ-ярмарка. Карусели для желающих покататься, для детишек. Ларечки стоят с вкусностями. Песенки новогодние. Белые медведи опять забанят. Ой. Да, новогодняя сказка. Но очень много народу, что напрягает после провинции количество народа. Блины горячие, горячий чай, горячая кукуруза. Все есть. Такая примерно атмосфера на Красной площади. Пахнет разными вкусностями, блинами. Еще одна кремлевская елочка. Погоди, волк. Вот такая обстановка на Красной площади. А я, к сожалению, покидаю этот славный город. Был здесь, можно сказать, проездом. Был в Подмосковье, в городе Чехове, а сюда заглянул с друзьями. Но как не побывать на Красной площади? Красиво, весело. Друзья, всем спасибо, что со мной прогулялись. Всем здоровья, счастья и удачи. И до свидания. До новых встреч. Пока-пока. До свидания, снежная Москва.